Далее о культуре. «Люди наших улиц» – так называется проект молодого уфимского художника Илины Тарасовой. На картинах изображены музыканты, спортсмены и врачи. Известные люди родом из Башкортостана. Рудольф Нуриев, Мустай Каримов, Елена Хромченко и другие. Известный бодибилдер Сергей Огородников, Максим Чудов, потом наша пиар-легенда Зарина Гайсина. Тут есть кому-то известные, кому-то неизвестные люди. Кто-то вроде их знает, а кто-то типа, ой, они же из нашего города, а кто-то говорит, а что, они из Уфы, что ли? Целью было показать людям, чтобы они гордились своими людьми, то, что вот они ходили по нашим улицам. В экспозицию вошли 20 картин, выполненных в стиле поп-арт. В каждую из них Илина попыталась внести изюминку, которая передает историю и характер человека. Мне нравится поп-арт, то, что он как бы рисуется довольно-таки просто. И вот, и мне хотелось не просто нарисовать, а как это всю работу усложнить, поэкспериментировать. Я брала несколько разных техник. Мы запускали с мужем кошку, то есть, чтобы она правильно пробежала. Ну вот, как удалось, так удалось. И фломастеры, там вот коллажи, где-то текстиль. Для Илины Тарасовой это первая персональная выставка, но она уже планирует продолжить проект и написать более 100 портретов известных людей. Сейчас ее работы можно увидеть в Молодежном театре. Вход свободный.